Так, итак, друзья, начинаем серию хроник по игре Ryzen 2 Dark Waters. Так, нажимаем новая игра. Звук делали потише, надеюсь, со звуком нормально будет. Так, нам тут заставочку показывают. Во времена жили существа, наделенные особым, не успел я почитать. Ха-ха. Первыми были лорды титанов. А ее скинуть можно? Скипаем. Зачем нам ждать? Начинаем сразу играть. Мы не любим читать. Когда нас и читают. Так, игру запускаю первый раз, даже не знаю, что тут в ней. Надеюсь, она пойдет. Нет, ну не первый уже, второй, наверное. Я запустил попробовать, как вообще на стрим она пойдет. Нас кинули в какой-то город в огне. Город в огне. Кальдера. Отлично. Штаб кого-то не успел опять почитать. Последний бастион людей в старом свете. Че тут еще орки будут? Зомби? О, какой-то мужичок. Братюня какой-то смотрит. Так. Что? Кто-то ломится к кому-то. При всем уважении, лейтенант. Вы пьяны, и вы позорите мундир. Да насрать, мужик. Лейтенант норм, чувак. Иди докопайся до того, кому до этого есть дело. Да-да-да, иди докопайся отсюда. И вали аж отсюда. Меня прислал комендант Карл. Пуля пришел. Он ждет тебя на башне. На башне? На башне. Башню ему отобью. Что ну? Гну? Ладно. Ладно, так, надо... Не, звук все равно какой-то тихий. Давай, мужик, вставай. Посмотрим, что тут можешь ты. Так, для начала зайдем в меню. Настройки, звук, голос. Так, теперь надо ограбить все, что плохо лежит. Ящик. Возьмем из ящика. Бабло! Что он сидит, как ковыряется там. Так, бардак прям как у меня. Взять. Все взять. О, значит, напоминает Skyrim. Где можно все снять? Не сейчас. Что не сейчас? Все сейчас. Не сейчас. Это он больной. Блин, а это опять в ящик залез. Так, нам надо и нажать. Правая рука. О, меч дали. Так, стоп, а как выйти? Левая рука, ничего. Голова, ничего. Тело, ноги. Ничего, в общем. Полезное. Барахло. Все. Ага, у нас только один меч. Карта. Персонаж, холодное оружие. Прокачать можно. Вуду. Во, буду качать вуду. Я шаман, сатанист. Анонист. Давай! Чуть-чуть давать. Не сейчас. Ну, слушайте, как он. Не сейчас. Диджей не сейчас. Так, ну пойдемте поищем, куда нам идти там. Или журнал что-то открыть написано. Встретиться с комендантом. Окей, чувак. Где комендант? О, вижу. Вижу, что можно что-то спиздить. Забираем. Так, а что? А где комендант, да? Получено. Ищешь что-нибудь? Если подбросишь золотишко, могу посодействовать. Во, чувак. И что ты можешь достать? Да что ты сможешь достать? Ты же пленник. Оружие, самогон. О! Ну что обычно людям нужно? Давай самогон. Ты мне где платишь? Тут пункт? Я тебе говорю, самогон. Где что спрятано. А ты туда идешь и забираешь товар. Несложно, да? Окей, где мне найти эти вещи? Да, где найти где самогон? Мне найти эти вещи? На складе, про который я тебе говорил, в гавани. Дорогие вещи они прячут в сундуки. Но те, которые им не нужны, просто валяются на полу. Ну, то есть, если на вы полу? Эти вещи были валяются на полу? Их убирали, да? Да, чувак, это круто. Так, и что я должен тебе дать золото? Я не... Нет, спасибо. Звучит убедительно. Звучит убедительно. Только подожди до рассвета. На ночь они все запирают и внутрь не попасть. Днем склад охраняют. Но это не проблема. Я научу тебя всему, что нужно. Не за даром, конечно. Так, зачем пленнику золото? Зачем пленнику О. золото? А ты как думаешь, умник? Шлюх купить. Есть такой вариант? Если ты собираешь меня с... Отправить старушке-матери? А ты ищешь у них.
Есть немного. Подкупить стражников? Святые угодники, ты сам догадался? Да ты, парень, не по годам умен. Ясен хуй. За что они тебя? За что они тебя? Ни за что! Я не виновен! Ну, прям как меня забанили в Роудквесте, ни за что. Я не виновен! Хрен хватает меня и заявляет, что я собирался их обокрасть. Да-да-да, то же самое не предъявляли. Да я же только хотел осмотреться, понимаешь? Именно, черт их всех дери. Так, научи меня... Ага, ловкость будет качать у него. Понятно. Че ты псыкаешь, а? Вася. О, я научился мечом таскать. Как это сделал? Такой кнопкой нажал. Что это такое? Зачатка, подожди. Атака комбината. Так, ладно. Ну ладно, ладно. Все заперто. Стоит там мужик, наверное, надо у него что-то спросить. А, во, нашел. На колесик меч доставать. Опа! Бери оружие. Ты че попутался? Кому сказал, а? Бери оружие, сейчас же. Да? Правда, что ли? Ладно, послушай. Умное решение. Убери оружие. Умное решение. Что быстрее, да? Убери оружие. Да? Ладно. Так, надо идти куда-то. Умное решение. Куда тут идти? Не пойму. А, Кэп, точно. Кэп, очевидность. К крепости приближается корабль. Где? Где? Такую я вижу. Грозу? Вижу. Вижу корабль. Я переживаю не из-за грозы, а из-за того, что она нам принесет. Не понимаю, что ты так разволновал. Ничего не понимаю. Чувак, я тоже ничего не понимаю. Че ты волнуешься? О, что это такое? Начинается. Что начинается? Что начинается? Ничего не вижу. Ага, это Крякен. Крякнуть решил корабль. Понятно. Значит, в озеро, ой, то есть в море или океан в этот лучше не суваться. Там опасные существа водятся. О, гляньте, зажрал. Зажрал целый корабль. Скорее, нам надо спасать выживших. Ты чё, безумен? Каких спасать? Я не хочу терять еще один корабль. Правильно, нахрена. Пускай выжившие сами добираются до берега. Мужик, дело говорит. Спустись вниз к берегу и помоги тем, кто до него доберется. Правильно, и ограбь тех, кто выжил. Молодец, мужик. Шарит, видали? Вот что значит Кэп. Так, давайте срежем. Опа! Упс, срезал. А как тебе восстановить ХП? ХП, ХП, ХП. Во, восстановил. Блин, больше так не буду связать. Так, и как мне пойти туда? И? Чего хотел капитан? Мне надо к берегу, открой ворота. Отворяй, собака. Приятель. Оттуда немногие возвращаются. Убери оружие. Да хуй тебе, не уберу оружие. Убирайся. Так, ну что, пошлите, он там корабль, наверное, к нему надо идти. Черт, опять я связаю не так. ЕПСТ. Все ХП потратил, ни за что. Так, а как сохраниться? Сохраниться, сохраниться. Давайте сохранимся. О, тут автосохранение. Автосохранение, новая игра. Е. Ну, можешь быстрее бегать? О, не так вот. Так, я нашел. Какая дерьмовая погода. Ты не говори, мужик, дождь идет, а я вот бегаю под дождем. Ты видел Кракена? Похоже, да. Похоже. Ведь это могли быть и мы. Бедняги. Мох, ты куда? На корабль. Поплыли спасать. Назови хорошую причину, чтобы я тебя пустил. Меч. Насчет даже. Насчет бутылочки рома, который я выжил уже. Да у тебя и нету. Давай, давай, пытайся меня надуть. Я обожаю это. Лошара не пускает нас на корабль. Ладно, пошлите. Так, побежали тогда. Как же пройти? Какие, где выжившие? Выжившие вы где? О, сундучок. Грабим. Все взять.
А это куда ведет? А, это можно было сюда пойти. Ничего не видно. Темнота, хоть глаз коли. О! Конец. Да, мне так понял, что срезать таким образом не стоит. Загрузить. Окей, загружаем. Да. Что-то я привык срезать вот так вот. Благодаря способности кузнеца вы можете ковать в кузнецах клинковое оружие. Чё так долго грузишь? Так, значит, идем сюда. Не идем, а бежим. Я вижу лодку. Поплыли отсюда, с этого богом забытого острова. Чуваки, поплыли. Так, ага, ящик. Грабим опять. Так, ящик тут все ограбили. Есть что украсть? Что такое? Что такое? Мужика едят. А не мужик. О, это кисонька. Ничего себе, какая киса. Знаете, что за зверье? А, мою тёлку так утягивает. Чё за хуйня? Опа, извлечь оружие. Извлекли. Давайте кису спасаем. Спасаем кису. Умри, мерзкая тварюга. Умри. Умри. Где ты-то умри? Чё, У нас слишком много, а я один. Только не думай, будто ты меня спас. Ничего себе. Почему ради всего святого ты вернулась? Я тоже рада. Не думай, хватит. А вернулась я, потому что мне нужно передать сообщение Инквизиции, а ты мне поможешь. Я тебе. Ну а кто еще? Мы должны поговорить с Карлосом. И а нам что нужен меня киса за это будет, если я тебе помогу? Ни в коем случае. Правильно. Но против Кракена есть оружие. Почему ты так уверена? Мой отец ищет его. Стальная борода. Ты нашла его? Еще нет, но я знаю, где он. Не так быстро. С чего бы пиратам воевать с Марой? Из всех лордов титанов Мара, без сомнения, представляет для Инквизиции наибольшую угрозу. Ее Кракен уничтожает наши корабли. Ее монстры нападают на наши поселения. Да, мужик, я согласен. Не надо ничего делать, они пускай никогда сами разбираются. Они особенно не переживали за Инквизицию. Это верно, но сейчас между пиратами развернулась война. Половина из них перешла на сторону Мары. Мой отец – один из тех капитанов, кто решил пойти против нее. Он ищет способ убить Кракена. И сейчас он на Такаригуа. Что-то она немножко доска. Черная Бетти стоит в порту. Где большие сиськи? Как только будет ясная погода, она повезет работников и солдат на Такаригуа. А где же сиськи? Вы оба можете взойти на борт. Ну, это мы можем обсудить и завтра. А сейчас отдыхайте. Мне надо подумать. Да, пойдем отдыхать ко мне в Хибару. О, оно уже готово. Что? Интересно, а тут можно плодить детей? Жениться. И т.д. О! Надо дать ей поспать. Ну и дадим поспать, и мы поспим. Зачем полез в сундук? Так, надо дать ей поспать. Ну, а ложись рядом. Ложись, ложись, ложись. Ну чё ты не ложись? Да ёптать, какой сундук? Запаял он. Ладно. Не доставайся ты никому, умри! Черт, ты что делать? У нас есть какие-нибудь квесты или что-нибудь? Поговорить с Карлсом. В общем, с кем-то поговорить. С Кэпом, наверное. Так, не, срезать не будем. Мы уже срезали. Так, во. Положение не изменилось. Пока армии Урсигора и Измаила воюют на севере, мы здесь в безопасности. Но как только один из них одержит победу, он пойдет маршем на Кальдеру. Из этого мы и должны исходить. И пока это не произошло, мы все должны уйти отсюда. Да, валим значит, отсюда, Кэп. Высочайший совет наконец проголосовал за эвакуацию Кальдеры. Высочайший совет колеблется. Он хочет, чтобы мы побольше узнали о новом свете, прежде чем покидать Кальдеру. А что собирается высочайший совет? Какой новый совет, чувак? Делать с угрозой со стороны Мары. Кракен стоил нам уже немало кораблей. В этом деле появились новости. Мы сейчас охотимся за оружием, которое могло бы быть достаточно мощным, чтобы уничтожить Кракена.
Я послал на это дело одного из моих лучших людей. Что может человек противопоставить этому монстру? Я кое-что умею, сам не знаю. Это мои трудности. Просто довези меня до туда. Это уже мои трудности. Просто довези меня до Токаригуа. До Токаригуа. Значит, это твой лучший человек. Высочайший совет знает об этом? Я же сказал, появились новости. Ты же знаешь, как быстро Высочайший совет принимает свои решения. Понимаю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Как только будешь готов, отправляйся на корабль к Себастьяну. Черная Бетти отчаливает сегодня. Ну и че замолк? Потом на другой стороне острова найдешь пиратское гнездо. А когда я прибуду к пиратам? Завоюешь там доверие Стальной Бороды и узнаешь, какое оружие пираты используют против Кракена. Заполучи его и сразу же возвращайся сюда. Заполучи меч. Никто не должен знать, что я из Инквизиции. Никто не должен знать, что я из Инквизиции? Ни в коем случае никто не должен заподозрить тебя в связях с Инквизицией. В особенности это касается личного состава гарнизона на Токаригуа. Только Себастьяна знает о твоей миссии. Для твоей же собственной безопасности будет лучше, если так и останется. Окей, если пираты узнают, что ты из Инквизиции, можешь попрощаться с жизнью. Все понятно. Все понятно. Если это оружие существует, оно должно быть у нас. Я полагаюсь на тебя. И помни, с настоящего момента ты больше не являешься официальным членом Инквизиции. Больше не являйся членом. Убери оружие! Умное решение! Убери оружие! Умное решение! Так, я сундук вижу. Закрыт. Что можно спиздить будет тут? Если я что-нибудь не украду. О, солдатушки. Итак, братюня, мы тут командуем солдатами. Постоянись, я командую. О! Шалава встала. Привет, лярва, не дала, да? Ну как, спала как убитая? Ага. Мерзкая только лярва. Убитую не разбудил бы ор этого сумасшедшего снизу. Как только ты выдержал здесь все эти месяцы? У меня был друг, крепкий парень. Теперь по имени сидит, Роб. Сидит. Я смотрю, у вас с отцом одни и те же друзья. Вы бы с ним поладили. Расскажи мне со своим отцом, так уж и быть. Расскажи мне о своем отце. Рассказывать особо нечего. Отец высадил меня на Фаранге, оставив мне карту и страницу из дневника. А на этой странице говорилось, как найти сокровище. И не просто сокровище, а его сокровище. Не хватало лишь одной детали. На каком острове оно зарыто? Это я и собираюсь выяснить. Ты все еще хочешь найти сокровище своего отца? Не я, мы. Ты поможешь мне найти сокровище отца, а я тебе найти твое оружие. Договорились. Договорились. Ты не пожалеешь, будет весело. А других выживших на берегу не нашли? Нет, мне жаль. Ох, бедняги. Ну хорошо, тебе ну, наверняка есть чем заняться, прежде чем мы отправимся. Да, пошли. А мы потом что-нибудь придумаем. Сообразим, пошли в таверну. Есть вот такая. Так, на берегу выжившие, да? А, вон спускаться. Так, пойдем грабанем что-нибудь, кого-нибудь. О, писер. Писер какой-то. Так, ну я вижу склад. О. На, чувак, на тебя. Кто-то бьет тебя в спину, чувак. Чувак, тебя бьет в спину. Ох, ты стал пока. Ну, телуха, спасай меня. Это чувак наехал на меня. Убери эту штуку. Так тебе же лучше прочь отсюда. Таким, как ты, тут не рады. Да? Прошлой ночью тут разбился корабль, прямо перед крепостью.
Я знаю, я был на башне. Ты это видел? Я только слышал об этом от команды. Выжила только одна девчонка. Меня захуярил какой-то писарь. А все остальные бедняги лежат на дне морском. Правильно, пускай там лежат, они не высовываются. В любом случае, может быть, что волной еще что-то выбросило на берег. Нам могут понадобиться снаряжение и провиант. Думаю, не надо это объяснять. Посмотри на берегу, может, найдешь что-то полезное. Убери эту штуку, так тебе же лучше. Интересно, какую штуку он имел в виду? Прочь отсюда! А хуй там. Плохо слышишь? Ты чё? Вон! Мозаик. Ну все, сейчас я тебе задам. Естественный отбор. Чёрт, опять издох. Загрузить. Так, автосохранение. Окей. Загружаем. Так, имеет смысл сохраняться почаще? Ну да, имеет. Если так играть. Если умирать каждый раз. Смысл явно имеет. Так, ладно. Дубль 2. Чё, убрать эту штуку, да? Иди сюда. Сюда иди. Убери эту штуку! Так тебе же лучше! Убери эту штуку! Так тебе же лучше! Тут тебя крысы бегают. Я штуку убрал. Спасай меня. Меня какой-то буйный дед пиздит. Во. Захуярим его вдвоем, вдвоем. Ну, ах ты, падла. На, тварь. Ох ты, мать. Опа. Понял? Собака. Давай бабки. Бабки на базу. Проваливай. Я тебя провалю сейчас. Проваливай. Обижен. Ты обижен на меня, да и хуй с тобой. Пойти. Хватит тратить время. Да? Ну пойдем, красотка. Пока отаимся. Че такое? Туда-сюда? А, вон что. Так, мне сказали на берегу, надо поискать там что-то. Поплаваем. Ух ты, что это было? Телепорт! Видели? Телепорт! Ха-ха, прикольно. Так, ладно. Сказали по берегу побегать. Поискать что-нибудь. Че, обиженный? Начальник склада. Начальник дерется нехило. Так, пустой ящик. Мы его вчера... Ага, вот еще ящики. О, корабельные обломки. 1.6, нифига себе. Так, соберем. Так, ваза, ничего, обломки. 3.6, вон, низ, я пошел сюда. Пещерка. Так, ну давайте, наверное, обломки соберем. Так, еще какой-нибудь... О, стоп, что-то было. Во, все собираем. Весь лут, давайте якорь с собой заберем. Забирается. Так, я вижу еще ракушки. Очень собирается. Ну, а вот это вот. Мне не хочет. Ладно, пошли дальше. Чувак, какая-то коряга. Скамейка. Чего? Получен один светящийся шар. Так, обломки. О, тут какие-то, глянь, это реально Skyrim. Пошли по правильному пути, чуваки, разработчики. Так, я ракушку. Не хочет, ладно. Все, обломки собрал, слава 50. Ух ты! Бля, что за хуйня? А-а-а, твою ж налево. Загрузить. Автосохранение. Черт, это заново и все. Да ЕПСТ. Не дают поиграть. Ладно, у нас там жрачка была, надо будет пожрать сначала. А, ну в принципе я и так сытый. Так, собираем ящики.
И не надо драться с мужиками со всеми. Так. Есть. Один есть. Телепорт! Второй есть. Третий ящик. Так, якорь. И телепорт! Вообще веселуха. Так, ракушка. Ящик, ящик, ящик и ящик. Так, вот что. Роль не нужен. Еще ракушка. Так, ага, во, песчаный дьявол. Во-во-во-во. С них собираем. 5-6. Где-то ящик пропустил. А, вон он. Эти падлы вылезут еще. Вот они. А, уходим, уходим, уходим. Да, сейчас, ребятушки. Слишком опасно. О, я устал. А-а-а, убивают. Твари, твари убивают. Чуваки, спасайте, спасайте. Давайте, давайте, ребята. О, коси их. Я убил тварюгу. Пойдемте еще вторую захерачим. Блин, зачем я опять так связал? Игра сохранена. А, так, давайте мы сами сохраним. Новое сохранение. Сохранение 2. Окей. Okay. Так, побежали. Мразь бить. Ну иди ты, зверюга. На, нормально. С двумя, наверное, не потянул бы. На, слава 50. Да славьте меня. Чего-то не хочет она. Ладненько. Что тут еще? Телепорты всякие не нужны. Пойдемте в данж. Ух ты, что это такое? Красиво-то как. Печать ял. На. Нате, нате, свинья. Все. Слава 50, отлично. Так, что-то не вижу, дальше куда идти. Отсюда я пошел. Непонятная штука. Ладненько, побежали. Так, а грибочки собрать можно? Не. Так, выживших нету. Надо тебе куда-то идти. Неизвестно куда и зачем. У нас есть факел. Побежали, побежали. Так, а, стопы, стопы, стопы. Тут еще не были. Что за кутузка? Порядок есть порядок. Пока корабль в гавани, ворота останутся закрыты. Правда, что ли? Распоряжение. Да? Конец. Ну что, порядок есть порядок. Эй, оружие убери. Ладно? Ладно. А то умный. Что? Эй, оружие убери. Умный мальчик. Умный мальчик. Я бы тебя сейчас за это... Кэрри спрес владели. Чё, её нельзя почистить? Так, нужно на корабль идти, я так понимаю. Возможно. Побежали. Так, срезать уже не будем. Мы ученые.
всякие предметы. Так, а что мы за коробку себе взяли? Оружие. Не нравится мне тут. Чего ты хочешь? Я хочу на Такаригуа. Я хочу на Такаригуа. Расскажи об этом капитану. И кто капитан? Ты? Шмара. А во, как я вижу тебя. Корабль готов. Ты как? Вперед! Вперед! Поднять якоря, поднять паруса, рулевой, курс на Такаригуа. Ура! На Такаригуа! Сейчас нас Крякен. Кракен схватит и отымеет. Так, а порулить дадут? Корабликом, корабликом порулить хочу. Что-то он долго выплывает. Благодаря умению взлом... А, не успел почитать. Нифига себе, приплыли. Да давай, паркуйся уже, швартуйся. Мерзкий корабль. Так, уже намного лучше. О, ничего себе. Никому и в голову не придет, что ты из Инквизиции. Нам надо сойти с корабля. Команда уже на земле. Думаю, в гарнизоне на Пуэрто-Сакарико о пиратах знает немного. Но, может быть, нам смогут помочь найти пиратское логово. Кроме того, нам надо подготовиться к экспедиции. Жду не дождусь. Жду не дождусь, когда смогу переодеться в нормальную одежду. Извини, но ты не сможешь. Я выбросила ее за борт. Ты что сделала? Ты же сам сказал, что тебя никто не должен заподозрить в связях с Инквизицией. Отличное начало. Вот шмара. Так, что тут можно стащить тогда? Как собирался узнать, где... Так, ну как? Как ты собралась узнать, где стальная борода закопал свои сокровища? Да-да, вот нам интересно. Легко. Так же, как можно разговорить любого мужика. Нет, не так, как ты подумал. Я просто напою его в стельку, тогда он мне точно все расскажет. Так, ладно, конец. Конец, делаю венец. Так, чё-то можно стащить, ничего. Голодрём с не дают даже. Как это практично, что у нас каждый раз есть... А, ты сбросил с себя форму? Это хорошо. Я рассказал людям, что мне пришлось с позором уволить тебя со службы. Из-за дерзкого поведения. Я подумал, что с твоей рожей из всех возможных причин это самое убедительное. Так никто тебя не заподозрит. Тебе не нравится мое лицо, чувак. За это ты умрешь. Как это практично. Так тебе же лучше. Так, ладно, пошли. Какой прекрасный день. Да, вообще, остров прикольный. Красота-то какая. Красота. Так, зачем я открываю? Да. Голодранец убегает. О, спасите. Глядите, кто пришел. Обычно сюда приходят только солдаты и рабочие. Но ты скорее похож на бродягу. Что тебе нужно в Пуэрто-Сакарико? Мне нужна работа, мне нужно золото. Мне нужна работа, мне нужно золото. Лучше всего тебе спросить Педро. Он всегда знает, где и кто сейчас нужен. Он обычно стоит посреди большой площади и считает ящики. Позволь мне дать тебе хороший совет. Если мы поймаем тебя за воровством, тебе не поздоровится. Да, сейчас ладно. У нас в башне сейчас сидит сейчас веду пленник. Кот на бессмертие. Там и для тебя найдется местечко. А если ты проголодаешься, тогда тебе наверняка захочется помочь рабам на плантациях сахарного тростника. То же самое, конечно, касается и твоей подружки. Мы друг друга поняли? Думаю, да. Думаю, да. Думаю, мы сработаемся. А тебя пиздим все, что плохо лежит. Так, только для начала. Сохраниться. Так, что-то много... Ох, ёптать, сколько тут сохранений.
Давайте на этой сохранить. Перезапишем. Ахахахахахаха. Так, ты не мешайся. Морская лярва. Оп-оп-оп-оп, вино, мясо. Что еще можно? Хлеб, 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 бери хлеб. Что ж ты не берешь? Еще можно стащить. Докладывайте, лейтенант. Боюсь, в этот раз мы везем меньше, чем обычно. Это что еще значит? Несколько ящиков у нас пропало. Как же? Умное решение. Убери. Умное. Убери оружие. Умное решение. Ладно. Спрячь эту штуку. Другое. Эту штуку? Какую такую штуку? Ничего не слышал никакой штуки. Ящик закрыт. Так, что тут есть? Кровать. Только не вздумай тут воровать. Ну, отвалите тогда. Будешь делать глупости, я тебя выкину. Куда ты собрался? Я сразу замечу, если тут что-то пропадет. Даже не пытайся ничего украсть. Хотел смотреть. Да я просто хотел осмотреться. Здесь смотреть нечего. Прямо? Это вилла губернатора Ди Фуэго. Я хочу к Ди Фуэго. Я хочу к Ди Фуэго. Если собираешься говорить с губернатором, надень что-нибудь приличное. Черт, тебе нравится моя одежда, а отдай свои шмотки. Эй, умный мальчик. Ха-ха, лошары. Ладно, нам нужно одеть прилично, чувак. Как же это, черт возьми, произошло? Педро. Подозреваю, что это дело рук пиратов. Наверное, лошары. Они пробрались. 26, 27, 29. Что? А ведь считаешь? Ты забыл 28. Ты забыл 28. Слушай, у меня своя собственная система. Не надо меня путать. Что ты тут делаешь? Да ничего особенного. Забочусь о том, чтобы высшему обществу Кальдеры не пришлось пить чай без сахара. Бред, правда? Полмира, можно сказать, за... Охуй, в общем, твой бред. От торговой гильдии нет других забот, кроме как подсчитывать свою выгоду. Почему ты здесь? Ты ищешь работу? О, знает, что нужно. Я хочу заработать немного золота. Для паденщиков тут всегда найдется работа. Что мне делать? Иди к Осорио, он скажет. Можешь найти его на кухне. Это небольшое здание на площади. Мне нужно попасть на другую сторону острова. Путешествовать по острову небезопасно. Повсюду дикие звери. Несколько наших рабов сбежали и наводят шороху в джунглях. А где-то на востоке засели пираты. Без прочной одежды и хорошего запаса провианта выдвигаться не стоит. Я тоже так думаю. Существует ли карта, существует острова? Ли карта острова? На твоем месте я бы спросил Ди Фуэго. Он губернатор Пуэрто-Сакарико. Только не думай, что они тебя к нему пустят вот так, в полуголом виде. Хотя бы рубашку надень. Где мне взять одежду? Где мне взять одежду? Спроси Картера. Он сидит наверху в башне и охраняет пленника. Возможно, у него что-то найдется для тебя. Где можно достать провиант? Поговори с Осорио. Он сможет тебе что-то продать. Что ты знаешь о пиратах? Я? Ничего. Еще ни одного не видел. Если хочешь что-то узнать про пиратов, спроси Рокфора. Мне надо идти. Хорошо. Рокфора. На чем я остановился? Чип и Дейла. 28. Правда? Ага. Хорошо. 28, 29, 30. Подозреваю, что это дело рук пиратов. Наверное, они... Смотри-ка, кто идет. О. Проклятие. Я тут занимаюсь снабжением всей колонии. И кто мне в этом помогает? Ни одна скотина. Мне нужна работа. У меня полно работы. Поможешь мне, получишь 200 золотых. Умеешь готовить? За 200 золотых ты у меня, ты понёшь. Могу. Поджарить мясо. Могу поджарить мясо. Если это значит, что ты можешь насадить кусок мяса на шампур и потом превратить его в угли на открытом огне, то не надо, спасибо. Ну да ладно. Ты можешь быть моим посыльным, но мне все равно нужен кто-то в помощь на кухне. Например, твоя маленькая подружка. Похоже, она знает, как стряпать. А ты выглядишь как жердяй, который сейчас по яйцам получит.
Значит, нет. Дай мне минутку, я с этим разберусь. Дай мне минуту, я с этим разберусь. Давай еще разок обсудим. Давай еще разок обсудим это дело с кухней. А что тут еще обсуждать? Нам бы очень пригодились эти деньги. Да, то есть я буду работать, а ты прикарманишь денежки? Ну, я могу таскать тебе припасы из города. Ах, вот как. То есть ты будешь разгуливать по природе, а женщина будет стоять у плиты? Забудь об этом. О, сучка. Я еще недостаточно хорош. Да это же только на один день. Ну, тогда сам остановись за плиту. Я не умею готовить. Ну, так значит, пора учиться. Хороший. Хорошая девочка. Скажешь так еще раз, лишишься последнего глаза. Да? Ну-ка, давай еще разочка. Это ладно. Ну, как я... Ладно. А, это же наш невост... Слушай, еще раз по поводу работы. Ну что, решил вопрос? Еще нет. Зачем тогда пришел? Ты продаешь провиант? В любое время. Просто скажи, что тебе нужно. Мне нужен провиант. Так, ром, грок. Больше ничего нету. Конец. Черт, баба. А, это же наш невоспитанный друг. И выглядит он как-то неопрятно. Не сей. Ты о чем? Не что сейчас. Он сейчас. Не сейчас. Умный мальчик. Подозреваю, что это дело рук пиратов. Наверное... Прочь отсюда! О, сори. Давай, этого вали отсюда. Комендант не сказал. Думаю, он сотворил что-нибудь из ряда вон так, со своей маленькой что, подружкой. Попасть надо? Тут его вряд ли можно. У нас нет карты этой области. Пойдем. Что-нибудь поедим. Так, подозреваю, что это дело рук пиратов. Наверное, попиздеть. Они пробрались на склад. А почему же из... Что-то у нас тут дофига всего понадавали. Найти, помочь на кухне. Пойти. Так, Пэтти должна помочь на кухне. Давай еще разок обсудим это дело с кухней. Только через мой труп. Или твой. Краснобайтесь. Ну, я не настолько хорош. Хорошая девочка. Скажешь так еще раз, да, я лишишься сказал. Последней... Лошара. Так, нужен какой-то краснобай. Что за краснобай? Значит, снаряжение. Персонаж. У нас есть огнестрельность. Вуду. Навыки, умения. Способности. Команда скрыта. Коллекция. Ничего не понятно, ладно. Собираем цветочки. О, я вижу домик. Посмотрим, что тут. Графин. Спим. Поездка была долгой, надо подрыхнуть. Плюс еще что-нибудь тащить надо. А, я сундук видел. Так, тело, рубашка. Отлично. Приоделся. Так, те куда... О, стоп, цветок. Все собираем. Ничего не оставим. Врагам. Вообще вижу цветок. Ну, опасно воровать было, чувака. Ты здесь для того, чтобы говорить с заключенным? Почему заключенный здесь? Ты продаешь одежду? Я слышал, ты продаешь одежду. Это кто говорит? Педро так сказал. Может быть, я и найду что-то для тебя.
Если хочешь, можешь посмотреть. Покажи мне вещи. Покажи мне вещи. Так, кожаная рубаха. Старая рубаха. Окей. Продать, продать, продать. Что тебе продать-то? Графин, держи. Конец. Ну-ка, одеваемся. Во. Ноги. Голова. Ну, чем не красавец? Эта свинья забрала все мои вещи. Эй, на тебе моя рубашка. Мою красную бандану он уже продал. Мои сапоги стоят у чьей-то кровати в казарме. А мою серьгу с черной жемчужиной он вставил в свое грязное ухо. Но тебе, похоже, тоже было не лучше. Твои друзья вышвырнули тебя из Инквизиции. Да пошла эта Инквизиция. Да пошла эта Инквизиция. Лучше поздно, чем никогда. И что будешь делать теперь? Я ищу магическое оружие. Все лучше, чем сидеть в этой дыре. И где собираешься начать поиски? Не знаю, может, пойду к пиратам. Не знаю, может, пойду к пиратам. К пиратам? Слушай, что я тебе скажу. У пиратов есть кое-кто, кто может достать тебе отмычку. Если принесешь ее мне, я научу тебя с ней обращаться. Договорились. Договорились? Ступай в логово пиратов и найди кузнеца по имени Стоун. Этот тип должен мне денег. Он даст тебе отмычку за так, если скажешь, что тебя прислал я. И что, он мне поверит? Конечно, не поверит. Так что понадобится либо моя бандана, либо черная жемчужина. Так, где взять бандану? Где мне взять бандану? Картер продал ее надсмотрщику Райли. Теперь ее носит этот ублюдок. Если ты сможешь вызвать его на дуэль, никто из других стражников не вмешается. Как мне заполучить эту жемчужину? Что-нибудь понимаешь в искусстве карманника? Ну, как тебе сказать? Не беспокойся. Я могу кое-чему тебя научить. Твои сапоги в казарме? Да, но могу поспорить, ночью эти кретины спят как убитые. Нужно лишь тихонько пробраться туда и забрать сапоги, как два пальца. Если хочешь, могу тебя научить бесшумно двигаться. Там и без моих сапог наверняка есть чем поживиться. Воровать. Научи меня лучше воровать. Запросто, если заплатишь. Ловкость. Зачем сказать, как маленько? 1000 золота. Замки. Я еще недостаточно хорош. Ловкость 5. Так, передвигаться незаметно. 500 золота. У меня недостаточно. Ладно. Может, потом закончим? Мне пора идти. Подожди. У тебя с собой часом не будет глотка Грога. Эти гады не дают мне пить. Хотят заставить меня работать. Сейчас нет. Да, не везет мне в последнее время. Так, понятно. И куда теперь? Надо казарму какую-то, что-то кого-то ограбить. Сапоги где-то взять. Во, вижу домик. Сейчас его и ограбим. Что такое це? Так, умение, способности.
Коллекция, навыки, во. Выносливость, ловкость, вуду. Так, уже навык не совершил, блин, на... Шаркета, выносливость. Ловкость. 1000 очков славы. Окей. Что ты тут делаешь? Тебя я тут еще никогда не видел. Я прибыл сюда на корабле. Если собираешься дальше на восток, я дам тебе хороший совет. Не ходи через долину в джунглях. Это слишком опасно. Через эту пещеру ты попадешь к проходу в горах. Это надежный путь. Что такого опасного в джунглях? Что такого опасного в джунглях? Там ягуары нападут на тебя. Пара ударов, и тебе конец. Но если тебе не повезет по-настоящему, на своем пути ты встретишь рабов. Они радуются каждому белому, которого можно посадить на вертел. Я как-то видел одного из них на краю джунглей. Он вооружен и разрисован. Выглядел очень жутко. Как только я собрался на него напасть, он пропал. Думаю, хотел, чтобы я побежал за ним. Наверное, дикари там понаставили повсюду ловушек. Так, а скажи, расскажи мне об этом проходе. Просто иди через пещеру наверху и выйдешь на тропинку. Только не заходи слишком далеко на север. Когда подойдешь к мосту, переходи на ту сторону. На другой стороне острова где-то находится пиратское гнездо. Ни в коем случае не иди на север. А что на севере? Там смертельно опасные пещеры, а джунгли напротив, как прогулка по парку. Мы послали туда разведчика, и он ждал снаружи у входа. Внезапно появилось нечто из темноты и схватило его. Мы побежали и остановились только в полях. Я тебе говорю, оно было огромным. Не ходи туда ни в коем случае. Окей, не пойду. Давай, яблоко. Ты смеешь воровать у меня? Затем мы тебя убьем. Понял, собака. Я смею и буду у тебя воровать. Лежи пока там. Я ничего не понимаю во взламывании замков. Надо научиться. Давай помогу встать, ладно. Не парься, не обижайся. Обижен. Ну и в рот тебе. Обиженный. Так, вижу еще цветок. Надо будет собирать. Денег нету. Так, давайте на север не ходить. Пойдем на север, значит. О, бешеная собака Динго. Сюда, кабанчик, сюда, милый. На тебе, кабанюга. Мясо. Оу, я нашел клад. Тут еще можно взять ящик. Так, все почистили. Ага, пещерка. Он говорит, в пещерку какую-то зайти. Пойдем в пещерку. Так, звук. Что за музыка? Слишком тихо.
интересно, тут может быть перевес? О, мне нужна кирка. Мерзкое животное. Вот так вот мы будем с врагами. Ух ты, тут еще чего есть. Опа. Так, черепушки. Сундук. Воруем все. Так, тут что? Наконец. Телку не уломать на кухне. Работать. Значит, пойдем искать еще что-нибудь. Счастье. О, стопы. Цветок. Так, я так думаю. Не стоит прыгать. Бешеная обезьяна. Ну тебе бешеная макака. Че, с обезьянок даже поиметь ничего. Ладно, я цветок вообще хотел взять. Ягодами пошли-ка сюда. Бегу, бегу, я такой понимаю, что тут выскакивает хуйня. Не выскакивает. Цветок. Ну, блин, тут какой-то юный натуралист. Он решил, наверное, собрать все цветы. О, я вижу зверей. Что за пауки? Ты сильнее, яда. Шалава. Бля, давай пусти. Давай, один на один. Вот так вот, слава 50. Славьте меня, славьте. Стоп. Цветок. Так, у этих взять ничего. Угу. Пойдем, значит, дальше. Что-то вижу. Так, еще макаки. Макаки нам не нужны. Давайте пообщаемся с чуваком. Эй, ты! Ты куда собрался? Туда. Я ищу пиратское гнездо. Постой, ты же из Пуэрто-Сакарико. Разве ты не из Инквизиции? Теперь нет. Они меня выгнали. Так-так. Откуда мне знать, что ты не шпион? Можно подумать, у вас тут есть какие-то секреты. А да. Думаешь, у пиратов и секретов не бывает? И какие же? Ну, например, сколько нас тут? Вряд ли есть что-то, что интересует меня меньше, чем это. И почему я должен тебе верить? Я путешествую вместе с Петти, дочерью капитана Стальная Борода. У Стальной Бороды много дочерей. Так. Ты думаешь, Петти стала бы водиться со шпионом? Что такое краснобай? Насколько я знаю, она водится с разными странными типами. Для этого я еще недостаточно хорош. Видимо, тебе придется просто мне поверить. Нет, не придется. Проваливай. Пойдем, найдем другой путь. Блин, что за краснобай какой-то. Крепец, слышь. Так, ну давайте я обезьянок пошибаем. Так, для начала сохранимся.